Гнатенко, завідуюча відділом акватераріуму. Самого дитинства хотіла бути поряд з тваринами. У Миколаївському зоопарку працює з 1997 року. Спочатку як доглядальниця за тваринами, а з 2002 року в акватераріумі. Доброго ранку вам. І скажемо доброго ранку нашому маленькому гостю сьогодні. Так, розкажіть, що це за вид черепахи у нас сьогодні? Это интересный вид черепахи. Это не крупная черепаха, вот это ее представитель, самый мелкий, да? Это самец индийской звездчатой черепахи. Обитают они в Индии, в саваннах, обитают в таких лесах, где много зелени. Это травоядная черепаха. Трохи злякався він сьогодні нас, ефіру, тому що трохи незвично, стільки людей його вже побачили. Кажу, що за студією він зробив просто ажіотаж своїм приходом, але, думаю, зараз вже стало краще і легше йому, так? Ну, давайте розбиратися. Отже, Всесвітній день черепахи. Для чого взагалі, от яка мета цього свята? Тому що, ну, мета – привернути увагу, але для чого привертати увагу до цих тварин? Що із ними? Ну, смотрите, да, этот черепахи, они известны издавна, да, то есть это древний вид, живут они уже более 200 миллионов лет, то есть и они никаким образом не поменялись, то есть они настолько умеют приспосабливаться к окружающей среде, к людям, ну, то есть ко всему то, что их окружает, да, то есть это должно просто очень сильно интересовать ученых, и это интересует ученых, во-первых. Во-вторых, это они занимают определенную экологическую нишу и, соответственно, занимают пищевую цепочку. Раньше это были просто, это было просто мясо, это был просто панцирь, из которого изготавливались различные изделия костяные, и, в общем-то, они не требовали такой охраны, да. А теперь, когда человек наступает на природу как только может со всех сторон, то, естественно, появилась такая необходимость, это просто необходимо сохранить этих черепах, потому что, в общем-то, уже несколько видов было потеряно именно из-за деятельности человека. Да? Какие самые, вот просто нагадать? Ну, смотрите, есть такой вид галапагосская слоновая черепаха, да, то есть эти черепахи огромные, они известны издавна, это очень большая черепаха. В свое время, ну, существуют такие, да, источники литературные, которые нам рассказывают, что на Галапагосские острова были завезены козы, которые, в общем-то, выели всю растительность, скажем так, да? Вы решили трохи до меня подползти, так? Слухаю, так подходит. Они выели всю растительность, и этим гигантским черепахам просто нечего было есть, и они начали вымирать от голода. Ну, то есть это, да, такого рода есть, ну, есть возможность потерять многие виды таким образом. То есть это неразумная деятельность человека. Поэтому в свое время организовалась данная организация в Калифорнии, в штате Калифорния, в Малибу, да, с 2000 года отмечается День черепах, когда люди могут выйти каким-то образом способствовать сохранению черепах, да, то есть они делают какие-то переходы на дорогах, ну, то есть они очищают, допустим, пляжи, да, где несутся чтобы черепахи, было, да, чтобы черепахи могли откладывать яйца. То есть очищают водоемы, чтобы черепахам, потому что очень много черепах сейчас появляется в пластиковых пакетах и прочее, ну, то есть то, что губит этих черепах. Для того, чтобы черепаха смогла размножаться, должно пройти не один, не два года. Допустим, вот эти черепахи, они размножаются, начиная с 10 лет. То есть для этого, для того, чтобы она начала размножаться, ей нужно вырасти. Тобто, якщо нашому пацанку вже 10 років, він да, вже... Он уже, да, он уже полноправний отец сімейства, да. То есть это, ну, тем не менее, ей нужно вырасти. Ей нужно дать эту возможность. Так, зрозуміло. Але деякі от зараз дуже, ну, можна сказати, навіть модно заводити якихось незвичних тварин, як домашніх улюбленців. І от черепаха є одним із таких. От чи радили ви взагалі заводити, і які саме представники можуть найлегше пристосуватися до домашніх умов? В принципі, черепах можна заводити. Ну, я сторонник заведения домашних, скажем так, животных, традиционно домашних, кошки, собаки, потому что очень многие люди, они, ну, это заблуждение, что черепаху проще содержать, чем ту же кошку или собаку. Это заблуждение, потому что для того, чтобы содержать эту черепаху, нужно учитывать, что черепаха все-таки долго живет. Если ей создать условия, то она живет долго. Это во-первых. К этому нужно подойти правильно.
она может прожить столько же, сколько проживет ваш ребенок. Да? Если вы берете 5-летнему ребенку, нужно учитывать, что и в 20 лет этому ребенку придется ухаживать за этой черепахой. То есть это нужно обязательно учитывать. Во-вторых, обязательно нужно создавать условия. Если у вас кошка или собака может жить на диване, то для черепахи, черепаха может ходить по комнате, но для нее должен быть обязательно оборудованный террариум, в котором должна быть ультрафиолетовая лампа, должен быть шнур обогрева, то есть пол, который обогревается. Саме давайте так, про те, як доглядати, де має жити, якщо вона буде вдома, наприклад. Не просто ж на підвозі. Ні, не так. Просто. Спеціальний терраріум. Должен бути обов'язково терраріум, должен бути ультрафіолетовий світ, ультрафіолетова лампочка. Тобто в літній період ви можете її винести на вулицю, да, вона там получить сонечко. В зимний и в остальное время, когда холодно, она должна находиться при наличии ультрафиолета. Видите, у нее довольно-таки твердый панцирь, да, то есть строение панциря, оно не может быть без витамина D, солнца, то есть, да, всего того, что должно способствовать правильному строению черепахи и ее жизнедеятельности. Если какие-то компоненты не будут соблюдаться, животное просто погибнет. И нужно учитывать то, что черепахи – это пекиотермные животные, то есть это животные, которые зависят от температуры. Будет холодно, значит, это будет более замедленный обмен веществ, это животное уйдет в спячку, оно не будет кушать. И опять же, это животное, вот рептилии, в общем-то, это всех касается рептилий, что это не как собака или как кошка. Если ей плохо, вы видите, что ей плохо. Рептилия просто засыпает. Все, и все, и вы не можете понять, она хорошо себя чувствует или она просто спит. То есть для этого должен быть специалист, который может определить состояние животного. Животное отказалось от еды, заснуло, все, и вы не можете понять, что с ней происходит. Поэтому очень внимательно нужно как раз задуматься о том, когда вы собираетесь завести это животное. Ой-ой-ой. Да. Что, как вы будете за ней ухаживать, и хватит ли у вас... как говорится, энтузиазма на этот уход. Щодо годування, чим, що вони їдять взагалі? Ну, я знаю, що травку, але ж не усю. Да, в зависимости от того, какой вид черепах, они, соответственно, и этому и питаются. То есть сухопутные черепахи, это в основном все травоядные черепахи в большинстве своем. То есть у них процентов 80 рациона состоит из различной зелени. То есть это может быть какая-то трава, листья, веточки такого плана. Остальной корм, там процентов 20 идут овощи, фрукты. Фруктов идет очень немного, потому что фрукты ведут к закисанию в желудке, и животные начинают болеть, у них там либо подагра начинается, либо там, ну, что-то такое, очень, очень нехорошее заболевание, которое проявляется тоже со временем, сразу этого не видно. То есть, опять же, если человек заводит черепаху, он должен сначала изучить литературу, какую он черепаху заводит, а потом только уже заводить этот вид. А ось стосовно, можливо, ветлікарів, як часто треба провідувати і показувати їй, що з нею хворіє вона чи ні? Тому що ми часто знаємо, що інші домашні улюбленці, якщо якісь екзотичні, то варто водити ж до лікарів, то от як із черепахою? Чи вона от собі живе нормально, поки там не захворіє, і ми це самі побачимо? Чи да, да, скоріше всього, що так, тому що определених каких-то прививок черепахам не роблять. Единственная проблема, которая с ним может возникнуть, но это опять же по вине только владельца. То есть животное очень не любит сквозняки, для них риниты – это самое распространенное заболевание. То есть сквозняк, похолодание, животное может заболеть. Недостаток витаминов, ультрафиолета, опять же, может заболеть животное, животное отказывается от еды. Ну, в основном это вот такого плана, то есть это недостатки содержания. А в остальном черепахи, как я говорила, они легко приспосабливаются к жизни. Поэтому, если мы создадим все необходимые условия, то черепашка живет и все с ней будет хорошо. Но тут головне на себе розраховувати, що ви точно будете за нею доглядати, поки вона буде жити. Тому що вони живуть довго, ці черепахи, да, тому да, треба про це думати. А от цікаво, які види в нашому зоопарку ще є, окрім ось таких маленьких? Які збережені? У нас в зоопарку зараз, на даний момент, 29 видів черепах. Больше 100 особей этих черепах. И вот если мы сейчас вернемся к тому моменту, кого заводить, вот красноухих черепах, они дешевые, их заводят в больших с большим удовольствием и в больших количествах люди. Но когда черепашка подрастает, люди не знают, куда ее девать, и несут в зоопарк. Поэтому у нас это... У вас их богато, так? Да, именно красноухих черепах у нас порядка 30 особей, и
и мы можем достойно, как говорится, обеспечить их достойное содержание только в летний период, когда мы выносим их в летний водоем. Угу. Об этом вот, опять же, нужно родителям очень хорошо думать о том, что какого, что они берут в дом, угу, как надолго они готовы за этим ухаживать. Ну, давайте підрезумуємо нашу бесіду. Давайте так, декілька порад ще раз на кінець. Так, якщо хочете завести черепаху, що треба знати, пам'ятати? Во-первых, нужно рассчитывать на то, что вы хотите взять, какую черепаху. Для того, чтобы взять эту черепаху, нужно просчитать большое количество литературы, чтобы точно знать, хотите вы это или нет. Угу. Время у нас есть? Просто я хочу один рассказать случай. Вот у меня летом случилось такое, что встретила в зоомагазине молодую маму с ребенком. Они приобрели черепашонка на море. Угу. Продавец их уверил, что это карликовая черепаха. Не верьте продавцам, потому что они пришли покупать вторую черепашку в зоомагазин. Черепашка была размером с рубль. Им сказали, кормите там пол зернышка, как говорится, давайте черепашки, она у вас такая останется. Угу. Когда я рассказала маме, что как вырастает эта черепаха, красноухая черепаха вырастает до 30 сантиметров по пластрону. Ой, да, то есть это крупная черепаха, ей нужен аквариум литров на 300. Угу. Слава богу, женщина была разумная, адекватная, она начала срочно искать объем для этой черепахи. Ну, просто я к тому, что не идите на поводу у детей. Угу. Думайте о том, что ждет вас, потому что у ребенка это импульсивное желание, а вам придется потом с этим, как говорится, разбираться уже по ходу. То угу. есть ребенок захотел сейчас, а потом придется родителям, ну, как с собаками, кошками хочу, а в итоге родители кормят. С черепахами все сложно, потому что оборудование достаточно дорогое для содержания черепахи. Это террариум, это ультрафиолетовая лампа, это шнур нагрева, это лампа накаливания, это корма, это витамины. Угу. Все это стоит дорого. Для того, чтобы содержать черепаху, нужно порядка 2000 только на одно оборудование для этого животного. Поэтому нужно очень хорошо подумать, хотите ли вы этого и как долго вы этого захотите. Дякую вам за поради, дякуємо нашому маленькому гостю також сьогодні. Він такий трохи переляканий, не знаю, куди він потрапив, але я думаю, вже звикся, вже повзає собі, вже це його стіл, так? Він вже до нього при... просто нравится, да, черепахам нравятся более теплые такие цвета, они рассчитывают на то, что это все-таки корм, пока он не может понять, что это. Тому він так добре по ньому повзає. Я нагадую, Алла Котенко, завідуюча відділом акватеріум, була сьогодні у нас в гостях. Дякуємо за поради, тож думайте перед тим, як заводити ось таку тваринку собі додому, щоб тому що за нею варто доглядати і дуже добре, щоб вона не хворіла і радувала і вас, і дитину.